Я хотела бы рассказать вам о двух наших предприятиях, которые находятся на нашем стенде. Это прежде всего студия текстильного дизайна, которая сейчас здесь на стенде показывает вот на свой стенд окружении более чем 2000 принтов. Это коллекция специально адаптированная для российского рынка, и в ней очень много новизны, совершенно неожиданных решений. Вот, и мы видели, насколько большой интерес она вызвала у покупателя и у потребителя. Второе предприятие – это сама фабрика, цифровая печать на ткани. Это Soul Studio Industry. И вот фабрика в этом сезоне принята на выставке нашей новой работы. Это печать на шерсти. Мало кто может сказать, не потрогав ткань, что вот так ярко, сочно и красиво можно печатать натуральную шерсть. Возвращаясь к тому, что мы показываем здесь впервые, это работы наших художников, которые были выполнены с использованием искусственного интеллекта. То изображение, которое нам помог сделать искусственный интеллект. И потом его обработали руками, потому что, конечно, работа искусственного интеллекта еще не совершенна. Это, наверное, самая длинная работа наша с принтом в этом сезоне. То есть она заняла 2 недели, но результат очень хороший. Нравится тоже потребителям, потому что это неожиданное решение, очень сезонное. И это очень хорошо легло на нашу концепцию новой шерсти. Мы горячие адепты интерткани, потому что каждая выставка нам дает движение вперед. Мы всегда находимся здесь с удовольствием, и эту выставку мы видим как очень активную. Вот, мы увидели движение рынка, много новых запросов, и мы считаем, что одна из самых сильных выставочных проектов, которые мы сейчас имеем в России.